Короче говоря, я посмотрела Gravity Falls. Это было воскресенье. Мне, как всегда, было нечем заняться. Кроме как домашкой. Ну, а у меня было еще целых 7 дней впереди. У нас в школе карантин, карантин еще плюс... На всю неделю карантин. Еще плюс 2 выходных. Я прождала очень долго. Позвонила подруге. Привет. Привет. Ты не знаешь, чем убить время? Посмотри Gravity Falls. В смысле? Смотрела, есть ли вообще годные мультфильмы. Нашла Gravity Falls. Мультик очень годный. Ладно, пока. Пока. Я в поиске набрала Gravity Falls. Нажала на первую серию. Я залипла на все свободное время. В школе я досмотрела. В школьном автобусе я успела досмотреть последнюю серию. Мне чуть и слезы не наворачивались. Потом я открыла. Я все сдала. Как и все. У нас должны были проверять задания домашние в блокноте в конце урока. Я открыла блокнот, и я не сделала там ничего, что надо было. Короче говоря, я посмотрела Gravity Falls.